Добрый день, любители рыбалки. Сегодня я вам расскажу о той снасти, про которую сам недавно узнал. Узнал, очень удивился, не поверил, пока сам не проверил. О чем идет речь? Речь идет об обыкновенном карповом монташе, но груз ставится шарик. Шарик на течение для меня всегда был нонсенс. Почему? Потому что шарик на течение, по идее, должен катиться. Ну, мне товарищ говорит, вместо того, чтобы сомневаться, возьми, говорит, попробуй. И вот попробовал. И да, в самом деле шарик на течение не несет. Значит, ставил шар 60, 80, 90 грамм. Даже 60 грамм не несло. Но, ну, когда маленькое, конечно, течение. Если само течение чуть побольше, то надо груз ставить 80-90 грамм. Вот сейчас мы ее и сделаем, эту снасть. Вот смотрите, шар. Дальше отбойник, чтобы не разбивался узел. Привязываем вертлюжок. Самый лучший узел для плетенки. Простой и очень-очень надежный. Так, отбойник стоит. Теперь отмеряю, сколько мне надо для снасти. Ну, это где-то вот так вот. Делаю петельку для крепления к основной леске. Отрезаю лишнее. И вот что у нас получается. Теперь самое интересное. Надо леску привязать к шнуру. Тоже. Всегда была проблема. Товарищ подсказал, как это сделать. Он подсказал два варианта, но вот этот вариант второй мне лучше понравился. Так. Совмещаем шнур и леску. Делаю один оборот. Ну, вытаскиваю сначала леску, потом шнур, опять идет наоборот, и опять вытаскиваю леску, вытаскиваю шнур, опять, смотрите, еще делаю один оборот, вытаскиваю леску. Наша леска. Вытаскиваю леску. И затем вытаскиваю шнур. Чтобы они не вместе шли, а порознь. И они между собой, получается, закручиваются. О, леска привязалась намертво. Вот этот узел я совсем недавно узнал, что он такой существует. Но узел очень интересный. К шнуру привязать леску. Это для меня всегда было проблематично. А тут держится капитально. Ну и дальше цепляю два крючка и все.
Так, один крючок готов. И теперь второй крючок снизу на вертлюжке. И здесь петля в петлю, надеваю ее на вертлюжок. Привязываем крючок. Поводки не длинные, 7-8 сантиметров, само то, больше не надо. Вот такая у нас получается снасть. Смотрите. Основная получается шнур и два поводка из 0,3 лески. Ну, рыбе надо дать тоже шанс. Надо быть милосердными. Получится вытащить. Значит, ваше счастье нет. Пусть рыба живет. Вот что я хотел рассказать. Ну, теперь я покажу еще, как я применяю на речке. Все. Хочу вам показать одну снасть. Вот снасть. Ну, вообще надо ее два крючка делать. Три крючка — это до хрена. Но на чем она сделана? Она сделана на шнуре. И обратите внимание на груз. Груз — шарик. На Днепре, на Днестре, на течении шарик держит. Я не верил, пока вот не проверил лично. Шарик держит лучше, чем шайба.